Следы истории живут в каждом уголке Азербайджана, начиная с древнейшего нижнего палеолита. Свидетельствами нашего древнего наследия являются также памятники на территории государственного историко-культурного заповедника Кичичедах, расположенного в Аксафинском районе нашей страны. В регионе расположения данных памятников иногда месяцами не бывало дождя. Из-за отсутствия воды чуть ли не круглый год стояла сильная засуха. Именно поэтому местные жители и научились строить колодцы вместе с продовольственными хранилищами. Основная цель при создании водных колодцев глубиной до 5 метров и объемом 5, 7, 10, 12 тонн состоит в том, чтобы вода оставалась прохладной в течение длительного времени. Такие колодцы обычно заполнялись дождевой водой. Дождевая вода сначала фильтровалась через специальные канавки, прорубленные в скалах, а затем сливалась в эти колодцы. О безводной степи в западной части Кавказской Албании информация сохранилась и у античных авторов. Например, Плутарх отмечает, что в 65 году до нашей эры римский полководец Помпей, преследуя разбитое албанское войско и имея цель дойти до Каспийского моря с войсками, намерен был пройти через область Кавказской Албании, безводную степь Камбисена, а для этой цели приказал запастись 10 тысяч бурдюков с водой. В верхней части колодца были сооружены специальные выемные продовольственные хранилища, чтобы собранные там продукты сохранялись долгое время, не портясь. Хранилища, построенные для этой цели, имели ширину 2 метра и глубину до 3 метров. Все эти данные помогают раскрытию тайн разных периодов истории и изучению найденных в пещерном комплексе Кичичедах памятников, содержащих следы жизни населения нашего региона.